Привет, мои хорошие, привет. Давно мы с вами не виделись. Иду у себя в районе в Малации, возле магазина Вега. Была у зубного. Сегодня пятница, решаю вопросы по поводу своих зубов. Еще запломбировала с этой стороны семерку и восьмерку. Лиана Эдуардовна, огромное спасибо за ваш труд. То, что вы так тщательно и ответственно подходите к своей работе. Потому что это очень важно. Ребят, запомните, зубы – это наше здоровье. Потому что мы кушаем и все остальное. Ну, поумничали. А теперь я иду сейчас на рынок. На рынке хочу посмотреть сибек. Очень вкусно. Очень люблю эту зелень. Неимоверной вкусноты. Она готовится с луком, с топленым маслом или с яйцом. И пойду домой, сниму с резюме рецепт. Рецепт, может быть, даже будет на армянском языке, так как у нас понятно, что больше аудитория на армяноязычных людей. Мы будем иногда снимать все видео, которые уже повторялись, на армянском языке. Да? Но на русском тоже обязательно, потому что о Армении я хочу рассказывать всему миру. Большая степень разговаривать на русском, чтобы было всем понятно. Все. Теперь я переведу камеру. Красивый у меня шарфик, да? Это мне на работе подарили на 8 марта. Очки еще у меня какие есть. Сейчас покажу вам. Вот так. Поправлю прическу. Звезда. В общем. Так, вышли с Веги. Здесь идет очередь. Всегда, конечно, мое отношение к олигархам, как у вас всех. Но тут спасибо всем, выдают лаваш. Каждый день людям дают хлеб. И это очень приятно, потому что хотя бы на это есть денежки. Так, что еще хотела посмотреть? Я чехлы для телефона, потому что сапожник без сапог. Чехол у меня очень некачественный. И он, знаете, был силиконовый и потускнел. Диван привезли, поставили. Немножко сниму вам, как это будет выглядеть на нашем зале на втором этаже. Ребят, понятно, там ковер красный не подходит к дивану. Много чего, что совсем не совсем соответствует. Но постепенно. Москва не сразу строилась. Опа, уже сразу зелень продают. Москва не сразу строилась, поэтому постепенно я сделаю все по чуть-чуть, перевоплощу, точнее вживлю новую жизнь в наш дом. Да, и тюли хотелось бы поменять. Все хочется новое, но... Если все сразу, значит, неинтересно, правильно? Вот сразу раз поменял, но быстро надоест. А теперь мы будем покупать каждый месяц по возможности с вами какую-то вещь. Один раз тюль, один раз там ковер соберем, деньги купим. Будем соблюдать и радоваться чему-то новому и улучшать наше качество жизни. Скоро я перейду дорогу вон там и зайду в рынок. Там включусь уже, ребят. Окей? Да, почему же сфоткать? Красивая. Еще есть бежево-голубая, да? Такого же цвета есть другая, да, снизу? Да. Хочу. А вам какая больше нравится? Нет? Да. Ребят, купила я скатерть в пакете розовую с перышками. Вообще не в моем, так сказать, особо вкусе. Мне нравится вот более стиль или лофт стайл, или вот что-то более спокойное с европейского стиля, но возможно какими-то яркими элементами. Мне что-то это весной тянет на желтый цвет. Хотя он мне вообще совсем не к лицу, но внешне наблюдать мне его нравится.
Ой, как давно мы с вами не гуляли здесь, раньше регулярно. Вот сейчас уже весна пришла, открывается сезон рынка, который меня часто ругает, что я его так много снимала. Ну и все за ним скучают. Та-дам, та-дам, та-дам. Что? В поисках зелени полным-полно такой. Но это уже давно есть. Вот помните, с этой стороны когда-то много-много зелени было. Мы бабушке купили вместе с вами. Яйца домашние. Нет, походу еще нету. Много зелени, но нету. Видите, все чистят, убирают. Не то, что здесь угол рыбы. Пойдем посмотрим, как наша тетя Аллочка. Яйцо 50-40. Виноград. Представьте, виноград 300 драм. Ничего себе. Грибы. Нет, еще себя нету. Но я почему поспешила за ним? В принципе, рановато, да? Но мы же и кушали его в ресторане. Помните на видео на 8 марта мы собирались с друзьями? Ой, так голова болит. Кошмар. Но мы сейчас все вылечим. Вот это по 100 драм можно купить этот... Свеклы и буряка листья, тоже очень вкусные, с топленым маслом. Лук какой молоденький, все по 100, по 200, 300 драм. Я, ребят, куплю чуть пониже, там, внизу. Картошка, морковка. Уже не могу дождаться, когда будет дешевая брокколи. Я обожаю просто брокколи, вы же знаете. Морковка. Ну, тут всегда примерно я покупаю. Но сейчас она... У меня цветная капуста дома есть. Топинамбура много продают. Топинамбур по 350 драм килограмм. Тоже очень полезное. Еще называют его земляным яблоком. Чеснок 1000 драм килограмм. На улице пасмурная погода. Хара банджар. Что? Не знаю. Это же не знаю, что с него делать, с хара банджара. Аллочка, где Аллочка наша? Я чуть ниже возьму зелень, наверное, сделаем этот. А вон там. А муж ее сидит. И она тоже. Здравствуйте. Как дела? Давно не... Зимой не так ходим. Холодно, поэтому дома. Сейчас уже буду ходить гулять. По возможности, когда выходной, тогда и прихожу на рынок. Как у вас дела? Спасибо. Хорошо? Да. Хорошо выглядите. Да, я знаю, что всегда угощаться. Извини, сейчас. Да. Продажи идут у вас? Так, тогда как? По-разному, да? Ничего, сейчас будет теплее, да. Больше туристов, я поэтому... Думаю, что вы видите. Не, я здесь живу, просто ни зимой не приходила. Нет, я из Украины. Ну, живу здесь. Хорошего дня, до свидания. Пока. Пока.
топинамбурги или вот эти лимоны, они вообще бомба. Другой вообще аромат. Тонкошкуры классные. Банан 650 грамм на рынке. Не знаю, сколько в сети, но дороже. Летом вообще можно за 500 грамм купить. Боже, какая красота, вот это вот зелени сколько. Вот, ребята, почему все в Армении долгожители? Потому что вот тут бананы, я всегда на углу. О, тут 600, не поняла. Всегда дешевле. Я не поняла. Чуть ниже там стеллаж есть у женщины. Я всегда у нее летом покупаю. Ой. Авокадо. Я к вам. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, два? Два? Да, два пучка. Потом один смешанная зелень, один лук, укроп нет, не хочу, давайте тархун, да, один, кинза, давайте кинзу, вот так, это, угу. А с этим что делают, вот это вот? Это арабатские блюда. Да? Да. А как его, жарят или варят? Варить водой надо? Или сковородку? Сковородку. Сковородку, да? Яйцом или просто? Нет, просто. Просто? Это, ага. Это мука. Мука? Да. Ага. Готовят как? Ага. Молоко? Листом. Ага. Это все, что... Ага. Так. Нарезываешь, да. Да. И... Угу. Поняли. А этим? Это... Свекольные. Давайте... А сколько стоит? Это 100. Давайте это 100. Три штуки этих. Три. Угу. Понимаете? Да. Какое все натуральное. Красота. Все, мы взяли. Этих два, это все. Да, посчитайте мне, да. Дайте мне, пожалуйста, 4 таких лимончика маленьких. Маленьких? Да. Небольших. Нормально? Да. Ребят, зайдем, купим чехол. Выберем себе. Я уже зелень скупилась. Вот здесь я сюда буду. Здравствуйте. Мне понравилось. Мне 2500 чехол. Дорого. Думаю, 2 максимум. Вам пишите.